пчел! Утешитель снова наносит удар, поражая охранника в банке Нью-Прополиса своим запатентованным комфортизатором! Делая их очень расслабленными, чтобы ему не мешали уйти, не причиняя никаких неудобств. Пока! Ты пришел как раз вовремя, а мне патрон. Это высказывание было неточным. Я, Омнипатрон, существую во всех местах и всех временах. Мое всемогущество и всевидение все бесконечно. Вот совершили бы настоящее преступление, тогда было бы тебе применение. Не страшно. Я просто изменю эту реальность, чтобы в будущем не было никаких преступлений вообще. Это лишнее. Вот же, идет доктор пчел в пчеломобиле! Что это? Организованное деловое собрание, полностью лишенное какой-либо криминальной деятельности? Или пчел? Моя таксидермическая морская корова, набитая пчелами, должна положить этому конец. А! Пчелы! Он определенно исправил ранее недиагностированное отсутствие пчел! А это же мой помощник, пчела-мальчик. Я не пчела-мальчик, я Омнипатрон. И ни в одной из версий существующих реальностей я не имею дела с вами, доктор пчел. Просто ужасная крылатая фраза, пчела-мальчик. И почему ты не находишься в костюме пчела-мальчика? Ты пришел как раз вовремя, доктор пчел. Только на самом деле преступления вроде бы не было. Оставило ли после себя это несовершенное непреступление какие-либо недоказательства? Только эта сложенная салфетка, которую уронил утешитель, на которой было указано его настоящее имя и местонахождение. Святые пчелы! И вот в этой пчелиной пещере... Видишь ли, пчеломальчик, используя мою новейшую технологию «Разум Роя», тысячи и тысячи пчел, каждая из которых представляет собой синапс человеческого мозга, соберет секреты сложенной салфетки и телепатически передаст их мне в форме сладкого нектара. Знаете, доктор пчел, с моими силами я мог бы телепортировать нас прямо к утешителю или сделать так, чтобы он никогда не родился, или изменить весь мир. Не стоит! Я уже вкусил нектар! И что он говорит? Он говорит раскрыть салфетку! Тем временем в сверхсекретном убежище утешителя... Ой, я так по тебе скучаю. Но я буду сильной. Хорошо, на этом остановимся. Остановись, утешитель. Прошли твои дни оказания помощи скорбящим вдовам и перегруженным работой охранникам. Как ты меня нашел? Твой адрес был написан на сложенной салфетке, которую я уронил и потерял в трещине на полу, пытаясь ее открыть. Поэтому пчеломальчик просто телепортировал меня к тебе. Я Омнипатрон. Значит, мой план сработал отлично. И, наконец, я могу сделать свое предложение лично. Присоединяйся ко мне, доктор пчел, и вместе с тобой мы избавим мир от всех проблем, которые связаны с пчелами и комфортом. Одновременно! Присоединиться? Комфорт и пчелы — естественные союзники. Но будет ли это работать? Я посмотрел всевозможные варианты будущего вашего союза и посмотрел 18 912 642 возможных исхода. И... Все они связаны с пчелами. Мой старый фотоплеер, наполненный пчелами, должен это снять. О, боже! Как и эта освещенная рукопись, полная пчел. Как и эти русские пчелы-матрешки, в которых имеется все меньше и меньше пчелы. Нет! Русские пчелы! Как и этот игровой набор, командный центр GoBots, что набит пчелами. Как и моя, стандартная нормальная коробка, содержащая, одну пчелу. А
Отличная работа, пчеломальчик. Ты победил своего первого суперзлодея. Я горжусь тобой. А, во мне все еще жало! Мне так некомфортно! Возможно, если бы я смог использовать комфортизатор на себе... Нет, я так не думаю. Вместо этого мы должны посмотреть, кто действительно скрывается за этой инфернальной резиновой маской. Все так, как я и подозревал. Это человек, которого я совсем не знаю. И, наконец, в сверхсекретном убежище полицейского управления Нью-Прополис-Сити... И вот ты снова спас Нью-Прополис-Сити. Спасибо, доктор Пчел, и Пчеломальчик, и доктор Мальчик, и Мальчик-Мальчик. И что вы можете сказать о себе? Надеюсь, я не умру в конце этого мультфильма. Это даже хуже.